пожаловать на премию ТОП ЖКРФ. Если вы думали, когда можно начинать аплодировать, прямо сейчас. В экспоцентре в Москве подвели итоги градостроительного конкурса ТОП ЖК-2024. Главная номинация – лучший жилой комплекс новостройка в Российской Федерации. За ярким шоу следили тысячи зрителей. В финал вышли 15 участников из разных регионов. Один из них – из Пензы. Строительная группа «Ресан» представила резиденцию «Холмс». В шоу задействован рояль. Концертный инструмент будет стоять в лобби, использоваться для музыкальных вечеров для резидентов. Лобби 785 квадратов. О проекте собравшимся рассказал генеральный директор строительной группы «Ресан» Сергей Лисовол. Резиденция «Холмс» – это оригинальная архитектура и техническое совершенство. Дом на Западной Поляне будет состоять из трех башен с общим первым этажом. В жилом комплексе предусмотрено центральное кондиционирование с созданием комфортного мультизонального микроклимата, водоочистка с минерализацией, смарт-замки на дверях, панель умного дома в каждой квартире. Помимо лобби будет фитнес-клуб с современным оборудованием, сауной и массажным кабинетом, а также зал для вечеринок. Сдаем этот комплекс в этом году и хотим Новый год провести с нашими резидентами вместе. Мы вас приглашаем к нам в гости. Членов большого жюри, а их 130 человек, впечатлил и сам жилой комплекс «Холмс» и размеры площадей, отданных под места общего пользования. Выбрать лучших судей было сложно, но они оценили сильнейшие стороны проектов. Победителей назвали во время 9-го всероссийского совещания «Развитие жилищного строительства в Российской Федерации». «Холмс Резиденс», город Пенда, Пенза-застройщик, строительная группа «Ресан». Пензенский жилой комплекс вошел в тройку лучших во всей России. Это заслуженная победа, которой смогут гордиться резиденты «Холмс». Ведь они будут жить в доме, одном из лучших в стране.